Телепередача «Москва-Кремль-Путин» на телеканале «Россия-1» посвятила репортаж трехсторонней встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 11 января. В репортаже приводятся некоторые закулисные нюансы этой встречи. К примеру, тот факт, что лидеры Азербайджана и Армении прилетели в Москву с разницей в несколько минут, и самолет с Пашиняном на борту вынужден был сделать небольшой круг над Тулой, чтобы Алиев приземлился первым. Также подчеркивается, что в Москву Пашинян добирался не без сложностей. В Ереване дорогу в аэропорт пытались перекрыть протестующие, но, как мы видим, все-таки премьер Армении добрался в Москву без задержек, говорит автор сюжета. При этом он, показывая на самолеты лидеров Азербайджана и Армении, подчеркивает, что они находятся на расстоянии нескольких метров, и такую картину не часто увидишь. Кроме того, был замечен еще один момент, добавленный к правилам дипломатии в связи с пандемией. На встрече не должно было быть рукопожатия, однако в Кремле Владимир Путин сам нарушил это правило и искренне пожал руку Ильхаму Алиеву и даже обнял его. В репортаже также отмечается, что в течение всей встречи Алиев и Пашинян ни разу, даже мельком, не посмотрели в сторону друг друга. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.